Блин, вообще надо банду из самых чистых мужиков. Мужики в трусах. Ага, не хочу так. Есть мужчины в трико, а будут мужики в трусах. Ладно, давайте, спокойной ночи, мужики в трусах. Да, давай. Господи. Давай, отчисляю. Кто пошел в хай? Попал, попал. Кто пошел? Джон Вик, который... Джон Вик. А. Ну, пока. Да, 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 покидан. Сережа. Давай, пока. Пол КП. Пойду в КС-ку поиграю. Я думал, спать пошел. А он в КС-ку, блин. Ну да, это же весело. А, ну ладно, ладно. С поляками ты меня... будешь херачиться? Да, у меня 4 игры сейчас. Ты с поляками будешь херачиться? Не, со шведами. Со шведами? Со шведами так-то неплохо вообще. Не знаю, но мы их раскатали уже одну партию. Сейчас 4 осталось. Блять, рука ставлю прицел, пиздец, сразу умирает. Ладно. А звание у тебя какое в КС-ке? Будем. Меня? А я в нее не играю, я играл только в 1.6. В КС-ку что, никто не играет, что ли? Суприма-то много или нет? Ой, нет. Я один раз играл. Че? Суприма-то много в КС-ке 1.6? Суприм? Да. А в КС-ке Суприм 1.6? Нет, просто в КС... CSGO. Да, CSGO. Да, в CSGO. Это же круто, правильно? Ты Суприм? Да. Ну это предпоследнее звание Глобала. Прикольно. Ну это заебись. Ебать, там мы будем стрелять. Блять, твоя. Да ладно. Иди на Глобалу, зайди нахуй. Творится, ёлки-палки, бля, ёбаный. Да, Анти, прайм, прайм. Ладно, все, давайте, если что, завтра зайду, или там сегодня хер его знает, как сегодня, наверное. Давай, днём. Забегай, чё. Все, давайте. Блядь, я даже не целил. Это было Destroyed Murder. Охуеть! О, как он меня убил-то? Я это я убил. Я видел эту хуйню. Ой, блядь. Да не, я даже не прицел его не убиваю. Я просто так его стреляю, вот так. Destroyed Murder. Нет, ну твой снайп, конечно, да. Конечно, да, он... По нему очень тяжело попасть. Без обид, да, там... Серьезно, по тебе очень тяжело. Ну, как Вася стреляет, вот тот же уровень. Нормально, чё. Вася лучше. Ну, Вася мне проигрывает. Если бы я сейчас вот эти... Не вешал ему мёрдер, он бы проиграл. Раз, два, умер. Два подряд. Destroyed Murder. Что еще нужно мне сделать? Мне, блядь, башку об стену ударится. Жиди, блядь. Вот стрейф пропал. ЖД, вы отсчитываете сколько? Нет, я не отчитываю, зачем. Я говорю, ПВП погнали на пляж, никаких ботов и счет нормальный будет. Нет, не хочется. Со всеми стрелялся, на канал все забил, кроме меня, не хочет стреляться. Главное, чтобы не рвался пукан. Что? Главное, чтобы не рвался пукан. Кого? Ну, не знаю. Блять, я уже на тебя иду впрямую, бей нахуй, ёлки-палки. Я-то без прицела работаю, потому что я не могу работать с прицелом на близкой дистанции, не попаду. С таким монитором. Ты не можешь попасть на... Не, у меня очень все быстро, я просто глаза разбегаются, как говорится. Да, мне проще на дистанции как бы убивать вот и вот. А я, соответственно, не целюсь. Если бы я целился, был бы труп уже давно. При первом магазине. Ну, блядь, я не могу. Я его не увижу, тем более мне солнце сейчас в глаза. Он так встал. Есть недостаток в 1080, прям в голову. Странно, это третья подряд. Жизнь, боль. Я смотрю, он у тебя, кстати, отнял это, в руку, наверное, попал. Нет, вот сейчас у меня два раза попал, так, и потом добил. В руку, а потом в голову добил. А-а-а. Бывает. Ну а чё тут ничего не поделаешь. О, где я?
А, это седой, бля. А я не вижу из-за солнца. Кто чё? Куда? Так, а чё там он делает? Он должен быть умерший. Не вижу. Блять, убивать когда либо не вижу, либо успею. Да шо ж тут? Либо набиваем. Дичь, блядь, какая-то. Без понтов. О, более-менее. Далеко, я не вижу никакого солнца, не увидел. Вот, потом. Более-менее, да. Да, хуй с ним, солнце, блин. Не, я просто не вижу, у меня хорошая прорисовка. Видео это почему-то не показывает, я не могу понять. Что-то видео уже должно браться, блядь, с машины, да, не с монитора. А оказывается, берется сигнал линейного монитора. Блядь, вот тут почему у меня винтовка ушла в сторону, блядь? Хуяк у меня взяла винтовка в сторону ушла. Он взял себя, самоубил, блядь. Редиска. Мой фраг был. Причем это был бы чистый фраг, блядь. Чистая, блядь. Destroyed murder. Убитый в начале, блядь. И добитый в конце. Ёбаный в рот. Что-то пошло не так. Отойду. Отойду подальше от синей стрельбы. Я вас там, блин, раскидал. Да не, бля, мисси. Да ёбаный в рот. Да вообще никак. Не. Не, бро. Не вывозишь. Стрейф пиздатый, конечно. Красивый вот этот на горах, блядь, но... Попал? Да, смотри, попал. Надо же. Странно. Мы насмотрелись, это фильм «Дуэлянт», поэтому сейчас дуэлят. Не попал, да быть такого не может. Блядь, перезарядка ебучая. Изи каточка, изи каточка, 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 изи. Феникс, привет, как оно, братиш? Как ты? Опа. Ты в курсе, что у тебя печени нету? Блядь, ты труп добить не можешь. Добил. Красавчик. Я думал, никогда. Было 8 магазинов. Потрачено на тельце. Даже больше. Ну извини, я видишь, ножичка занят нубиком. Меня пытаются убить. Не очень хорошо получается. Как жизнь-то, бля? Феникс. Йоу, нига. Где он? Не вижу. А, вижу. Да. Вижу. Вижу Косникова вверху. Блять, попал. Да ладно. Быть такое. Да, работа, дом, работа, понятно. Взял себя, самоубил. Специально, чтобы я ему не делал на него murder kill. А я тут пока 1000 баксов поднял. Хорошо, а? Интересно, вам на дальнике снять удастся? Ну да, но это неинтересно. Слишком быстро пули летят. Перезаряжаешь либо скорострелка? Нет, что он ты, не наверное? Перезаряжает, ну, вот видя, люди, да, мне говорят, что это как бы мне кажется, но у меня такая прям анимация, вот с барракудой тоже, как будто он быстро ведет перезарядку и стрельбал. Нет, почему у меня вижу, такая анимация? Вижу. Мне кажется, что он просто ебашит, блядь, как пулемет. Да, да, вот тут две пули подряд прям полетели, понимаешь, очень дело. Анимация-то идет, вот она на видео, что вот две пули прям летят. Хоп, одна, хоп, вторая. Это как знаешь, быстрая перезарядка этой винтовки. Ебать тебе в башку прилетело. Это было чистое убийство с одного выстрела. Быструю перезарядку видно, что сейчас с расстояния. Ну быстрее что-то нет здесь сейчас. Нереально. Оп.
Блять, я уже третий раз попал в этот гребаный кусок вертолета, блядь. Кусок вертолета. Ну да, вот тут какой-то кусок вертолета летит, по-моему, сбитый в эту. А, этот упал тут, да. Где бабки? Во, бабки. Сука, лох. Нищий, блядь. Нищеброд. А что поделаешь, приходится. Гляди, брат. Да-да. Оставь нам этого, ну, баба, братский, иди, иди даму развлекай. Сука, твою мать, блядь, что произошло? Где я? Что я, блядь? Ебать. Блядь, кусты. Да куда? Да где я? Сука. Блядь, где я? Пиздец. Все, я здесь. Мама. Два вышло. Один раз в писю, второй раз в грудь. Обидно, наверное, блядь. Хуяк так и без писи. А у него ее нет, так что... Ну. Не, ну Destroyed Murder это, конечно, вообще бесподобно. Они просто прекрасны. Попал, надо же. Красавчик. Ты целился или с... Нет, нет, я не целюсь. На ближних я без прицела. Я не целюсь, зачем? Ну, тебя тоже унижающий, слышишь? Уничтожающий. Я не знаю, что здесь происходит, ты поясни это за нас. Это вообще жопа. Ой-ой-ой. Ой. What the fuck? Ситезона прилетела, блядь. Бабки, 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 бабки. А чё-то Дима вышел, блядь. Ну ладно, обидно. У Ирвиса тут тот самый дуэль ШД, так что пока обожди. Да нет, не дуэль, да так. Я набираю унизительных убийств. Набираешь скилл? А, нет, материал. Я не целюсь с него. Ты снимаешь, что ли? Серьезно снимаешь? Да. Ну, а, ну то я именно вырежу вот эти вот убийства. Так-то чё? Отлично тебя положили. Фу! Ребек, я... А, ребят, я все вижу одним глазом. Я не могу глазом сделать, блядь. Это бесподобно. Вижу дон с пистолетом. Ой, бабло улетело. Сейчас чуть не нажал. О, Зарипа бабло дает. Нихуя себе народ вальнул. Я их без танцев завалил. Не, ну ты посмотри на него. Ты посмотри на него. Давай все дичь. Все, продолжаем охоту. Йоги-палки. Пысос. Сосим пысос. Да и не говори. Чувствую, пахнет, но бьем.
Есть. Нуб готов. Вижу, еще кто-то бежит. Да. Поизятень вообще. Не, ну нормально, двоих за раунд вальнуть, это круто на самом деле. Даже троих, четверых удается. Вообще. Ага, хуя выстрела, блядь, угадал здесь. Там очереди. Вова, суди. А, ну, блядь, это с читами пришел. Я этого буду убивать. Сибор, умри. Я видел, что ты сзади отспавнился. На 4000 настрелял патронов под снайпер. Бля, пиздец, да? Сейчас с такими темпами скоро денег не будет, блядь. Не знаю, у меня пока 21 миллион, мне нормально. Блять, мне уже все 13. Надо покупать. Ну еще бы потратил на РПГ на свои. Ой, Иване. Я засыпаю. Да, 3 часа ночи. Ух ты, тяжелая снайперка, блять. 15 тысяч на вас нубов. Я на вас нубов 15 тысяч потратил, пиздец. До утра. Стреляет и убить, блин, не может. Надо быть спокойно. Но пока. Так я из пулемета, а из пулемета тяжело. В таком расстоянии. Triple fire юзай. Prefire? Triple fire. Ламыч вышел из сети. Только выбежал, он уже лёг. Блин, почему у пулемета такой, скажем, небольшой радиус? У него же, блин, у него же больше должен быть. У него же дистанция больше. Как так? Блять, она. Б. А что это за Арсений? Что за чмо? Друг мой. Хуя ли он здесь? Выжил? Сайборг, молодец. Выжил. Тебе одного выстрела не хватило. Да. Выходный багер. Вот это было унижающее убийство, Сибор. Из 16 зарядной. Это было что-то. Ты. А как это унижающее можно без этого? Я вот из ма это из мелкашки тебе сделал унижающее. Какие проблемы? А, ты. А, просто нажал на левую кнопку мыши, что ли? Конечно. Нахуй. Что там, какой-то мук, блядь, что-то хотел. Это Арсений. Даже меня попасть сумел, не прикольно. А, я все-таки так спасибо. Бля, ну пулеметы юзай, да что ж вы, блядь, заебали со своими пулеметами. Где опасен? Народ кто-нибудь знает? Да не знаю, блядь. У него учеба, вся хуйня, куда ему до тебя? В школе учимся. Может, ну, нормально. Сразу двое, да. Никуда себе так.
этого должен был сдохнуть 100%. Я говно летало. Не знаю насчет говна, но кто-то должен был умереть. Не, Седой заебался своим пулеметом. Вали. Я сейчас достану, блядь. Только что купила. А, это новое, это мой. Не, сюда, без вариантов вообще никак. Без помощи тебе не обойтись. Видишь, меня добивают сбоку. Спи. А, меня копы бьют, да? Громко говори. Я говорю, ты себе не покупал такой? Этот Арсений, блядь, где-то сбоку появляется меня и добивает. А, ну это не ты тут при чем? Это не я, это не я. Конечно, не ты, откуда ты? Так, ну Биара. А, ну блядь. Ну Биару быстро вальнул. Подскажу сейчас. Баксы. Подсказывать буду тебе. О, ресает от бога, блядь. Да, говори. Я так и думал. Что? Я думал, успею. Да ты должен был погибнуть, Седой. У тебя полностью обойма ушла. Сейчас горы опять будет. Странно. Сейчас горы опять будет. А, нет. Нет. Здесь. Не он. Блять, почему он-то, блять, как он мог убить меня, если, блять, не он стрелял? Ой, не-не, далеко. Далеко для пулемета. Да ну я попадал. Попадал же без тебя? Нет, ты попадал, я не могу понять, как меня этот нуб убивает, блять. Снизу тебя заставить пойдет. Нет, какой-то Арсений, блядь. Не могу понять, как у меня попадает. Арсений. Да, я не могу понять, как этот дуб у меня попадает. Опа, хэдшот. А это не потому, что рядом с мной, не более того. Ну да. Таки да. Не могу понять, где этот, откуда, блядь, это говно стреляет. Ну, посередине ник стрелял, один ник видел. Нуб, какие проблемы? То, что ты нуб, я вижу сразу, так даже дергаться не надо. Я не вижу вообще. Не вижу. О, попал. Просто, но... просто на похер стрелял Эргус. И попал один раз. Попал. Опа. Попал и Седой добил. Странно, как попал. Не, ну так неинтересно. Я хочу на пулеметах. Может, перестрелку все вместе пойдем? Перестрелку? Клокстан. Да Ирбис ну да, поставь. Нет. Потом и стреляешься. Ирвис, пойдешь? Ты что-нибудь поставишь? Или чисто автоматы поставим, или пулеметы. Да. Ух ты, ты научился две ракеты делать? Да, мне кажется, я и умел делать две ракеты. Да нет, да. Да пулемет. Я не целился.
Да этот нуб какой-то тут Арсений бегает, блядь. Это был хедж ваншот. На такой дистанции 50-ка не делает ваншота. А так оно и есть. Посередине никак не стрелял. Просто на твой ник ориентировался и попал. Потому что ты рядом сидишь так всегда. Возле номера. Нихуя. Вы видите, где у вас номер? Да. Окраска. Ну ладно, давай, хорошо.